Как превратить свой пятый iPhone в полноценную, защищенную спортивную фото- и видеокамеру? Компания Merlin Digital предлагает вот такой вариант спортивной экипировки для телефона. Собственно, перед нами чехол, разработанный специалистами для iPhone 5, 5S и 5C. Сегодня, конечно, защитой от пыли, влаги и удара особо никого не удивишь. Но чехол Merlin iMount – это более продуманное, удобное и просто прикольное решение. Чего стоит только весь этот набор комплектующих, который с первого взгляда может поставить в тупик. Но мы во всем разберемся. Начнем с самого чехла. Когда держишь его в руках, действительно веришь в его прочность. Производители гарантируют полную пыль и водонепроницаемость с максимальным стандартом IP68. Что это значит? А то, что ни грязь, ни песок, ни вода не будут страшны айфону, когда он находится в этом чехле. Кроме того, ударопрочность чехла тоже на высоте. В высоте 1 метра. Если iPhone в чехле упадет с такой высоты, с ним ничего не случится. Получается, что Merlin iMount позволяет использовать свой смартфон буквально где угодно. Телефон в чехол вставляется вот так. Есть стикеры, чтобы его надежно зафиксировать. Корпус не поцарапается от соприкосновения с чехлом. Передняя часть чехла черная, задняя прозрачная. Есть отверстие для камеры с переходником для съемных объективов. Чехол оставляет реагирующий на прикосновение вот эту часть экрана, чтобы можно было в любой момент включить камеру. Фото- и видеосъемку компании Merlin Digital предлагает улучшить с помощью объектива Fisheye. Штука далеко не лишняя в таком девайсе, что тут говорить, Fisheye любят все. В комплект Merlin iMount входит целый арсенал креплений. С помощью вот такого ремня и небольшого крепления iPhone можно закрепить на груди. Ремень прочный, все соединения надежно фиксируются. Даже во время активных действий можно не переживать, что что-то отстегнется. Закрепить свой iPhone можно на велосипеде или же в автомобиле, чтобы снимать интересные кадры во время путешествия. Качество изготовления всех деталей на уровне. Китайские стандарты качества тут не проходят. Конечно, мы показали только стандартные варианты использования ремней и креплений, но всегда можно проявить фантазию и закрепить свой смартфон, к примеру, на шлеме или на скейте, тогда точно не пропустите уникальные кадры. Подведем итоги и скажем, что комплект Merlin iMount – интересная штука, которая пригодится всем, кто ведет активный образ жизни и хочет заснять самые яркие моменты, не рискуя повредить свой iPhone.